президенты. На последних выборах Павел Грудинин приезжает в Красноярский край. Политик и предприниматель посетит аграрные предприятия региона. Грудинин – директор совхоза имени Ленина и заслуженный работник сельского хозяйства России. На выборах в президенты в 2018 году занял второе место. Известный аграрий собирается встретиться с коллективами предприятий Назаровского района и Солгон-Ужурского района. Они занимаются свиноводством и выращиванием зерновых культур. Кроме того, Павел Грудинин проведет ряд рабочих встреч в Красноярске. Цель визита – обмен опытом и обсуждение, и возможные варианты решения проблем аграриев. Об итогах этих встреч узнаете в четверг. Политик придет в эфир вечернего канала «Прима».